скумбрия, буду ее сейчас делать. Жизнь кипит, у нас сейчас все везде включено, чай не греется, и воду греем. С курами будем заниматься, Илюша с Ваней, вон он бегает туда-сюда. А я по-быстрому сейчас должна буду сделать скумбрию. Я ее распотрошила сейчас, я ее оботру со всех сторон адыгейской солью, внутрь и снаружи. Положу лимон и отправлю выпекать. Вот такой план действий. Так, сейчас солью сначала занимаюсь. Вот так вот на фольгу я уложила рыбу. Солью посолила адыгейской, лимон внутрь в животики положила. Сверху тоже лимон. И сейчас еще и полью лимонным соком. Получается вкусно реально рыба. Прям скумбрия шикарная рыба. Прям мы открытие какое-то сделали. Редко покупали ее. Кстати говоря, спасибо дорогим нашим подписчикам. Изначально мы скумбрию стали покупать просто как соленую вместо селедки. А потом нам посоветовали, сказали, что и свежая она очень вкусная. Прям, ребят, спасибо большое. Рыба шикарная, едим все с удовольствием. И самое главное, что она очень сытная. Вот эти две рыбешки на 4 человек наестся даже без гарнира. Она жирная, вкусная, вот просто прелесть. Рыбу отправила в духовку на час. Потому что сколько мы раньше пробовали, вот 30 минут ее выпекать, 40, она сыроватая. Вот час в самый раз. Сочная, вкусная получается. Температура 200 градусов. Ну вот такая рыбка у меня получилась. Сейчас будем пробовать. Запах стоит прекраснейший. Душистая-придушистая. Все будем сейчас есть, правда же? Да! Как говорится, остались от козлика рожки до ножки. И вот двумя рыбами мы все наелись. И вот даже еще осталось кому-то на доежку. И Ваня с удовольствием поел, да, Саш? Ну, такая красота и вкуснятина. Всем давай. Привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Семья Теплина». У нас вечер. Вань, покажи, яйца закладываем на инкубацию пепелины. Покажи, как друзья, ты? Как ты складываешь. Да, как ты. Тут еще место. Сюда выкладываем. Ой, покатилась сюда. Ну, да? Да. И сюда. Это сюда покатилась. Угу. И это куда? Здесь да, мало места. Есть. Ну, сколько уместится? Клади. Чем же тебе вкусно пахнет? Птицами. Да ты что? Да. Птички вкусно пахнут. Да? Расскажи, почему такие пятнышки на яичках? Почему такие пятнышки на яичках, ребят? Ну так ты расскажи, почему они. Я не знаю. Тогда у папы спроси. Папа, почему? Чтобы кошки не поняли. Чтобы кошки не поняли, а где место? Ну вот здесь место сюда положи. А да. Что кошки не должны понять? Оп. Что кошки понять не должны? Не должны понять, что здесь пятнышки. Все, больше не умеют. Они должны понять, что здесь яички. Они подумают, что это камешки и уйдут. Давай. То есть это только для кошек, да? Ну, а еще яичников. Мало еще. Все. Вот это у нас немножко не уместилось. Угу. Вот сколько у нас получилось? Еще есть инкубатор вот этот. Еще да, есть? Это 200. Раз, два, три, четыре. 200 яиц у нас. Да, 200! Друзья мои, буду делать ряженку. Делаем который раз, нравится очень. Я просто в восторге. Ем, конечно, я. Саша не очень, Ваня тоже у меня не очень. Но все остальные наши едят с удовольствием. Мама моя и свекровь любимая. Все очень любим. Итак, молоко натопили. Вот оно у меня. Такое вот красивое. Сняла пеночку. Вот она, эта пеночка. При этом всю посуду предварительно стерилизую. Сейчас буду добавлять закваску. Вот он, один стик у нас отправляется
в объем от 1 до 3 литра. Здесь у меня 3 литра. И один стик я сейчас сюда добавлю. И после этого уже разолью по емкостям. Мне удобно брать вот по пол-литра. Получается, вот для меня это и на работу хорошо брать. Итак, я села, пол-литра ряженки съела без всего. И я сытая, мне вкусно. И вообще для меня это просто вот какое-то вот лакомство стало. Так что сейчас высыпаю закваску. Как Саша меня учил, надо, чтобы она сверху немножечко полежала, напиталась вот молоком, набухла. После этого ложечкой как следует все размешать. И будем уже по стерильным чашечкам разливать. Так, вот она наша культура. Так, аккуратненько рассыпаем по чуть-чуть. Потом я пока пойду стерилизовать баночки свои. Крышечкой накрою, она здесь как раз у меня постоит и разбухнет. Кипящую воду помещаю вот крышечки, потом баночки здесь. Вот они у меня прям немного кипят. И потом уже начинаю все это дело разливать. То есть пока у меня там культура распространяется к потопленному молоку, я готовлю баночки. Вот так закипает, пинцетом беру, опускаю банку, вот так вот ее тут проворачиваю. Я обычно это другой рукой делаю, сейчас мне неудобно. И вот так вот прям прокручиваю. Не вижу. Так вот. Все, вот баночки стоят приготовленные, культура разбухла, и сейчас надо вот как следует все это дело размешать, чтобы равномерно распределились бактерии по всему объему молока. Очень вкусно получается, прям вообще не знаю, для меня это самостоятельное блюдо. Ну вот молоко разлилось, сейчас по баночкам буду укладывать пеночки. Мы очень любим с пеночками. Вот примерно делю ровно на 6 частей. Все пеночки уложил, теперь буду закрывать плотно крышечкой и отправлять все это дело в термостат на 8 часов. Вот она моя прелесть. Все, пойду относить в инкубатор, который у нас работает как термостат на 8 часов. И завтра утром будет у меня шикарная вкуснейшая ряженка. Прошлые выходные опять делали сыр, но только я не снимала. Мы потому что разом столько дел делали, что прям вообще было не до этого. И вот первым слоем вот оранжевым мы его покрыли. Сейчас я буду вторым слоем покрывать. Самое приятное занятие в этом деле – красить. Да нет. Да-да. Да нет. Давай кисточку маме. Нет. Это латексная краска, оранжевая такая. Да. Давай. Очень так аппетитно получается, ярко выглядит. Такой даже, супер шикарный теперь даже, оранжевый тортик. Она даже отцепляется. Да. Да, я покажу. Как. Ну, покажи. А, ты кисточку имеешь в виду? Да, кисточка отцепляется даже. Ну, давай, сынок, спасибо. Не надо, сынок, ты крышечку это не трогай.
достала свой агрегат. Буду делать сейчас масло. У меня есть 2 литра сливок. Они вот несколько дней отстоялись в холодильнике. Сейчас поставим взбивать. Нет. Сливки в чаше. Опускаем. А я? Включай, Ваня. Ну как? Сейчас. Получилось у меня 3 вот таких комочка. В общей сложности 651 грамм из 2 литров. Я довольна. Масло хорошо взбилось. Оно у меня долго стояло в холодильнике. Сливки долго стояли в холодильнике. И масло быстро прям получилось. Такое тугое, хорошее. Прям сформировалось очень удачно. Значит, надо на самом деле сливки подольше выдерживать в холодильнике. Так что я молодец. Теперь эти кусочки отправляю в морозилку. Открыла баночку ряженки, стала сразу есть. А потом вспомнила, я же блогер, надо показать. Вкусно очень получилось, консистенция хорошая. Прелесть просто. Мы очень довольны результатом. Едим с удовольствием.